метро. Этот ролик я еще хотел сделать и выложить в прошлом году. Но так как я это не сделал, я это сделал в этом году, до лучших времен. Эти лучшие времена наступили. В руках у меня специальная чип-карт, чтобы кататься в общественном транспорте в Нидерландах. Чип-карт я покупал в Альберхейне, и обошлось мне это 8 евро. Денег не хватает, значит, у меня на балансе 9 евро 83 цента. Окей, можно выбрать. Первый раз, когда я ехал в метро, а ехал я тогда не один, потому что было, то есть нужна была необходимая метро, потому что у меня возникала куча вопросов, как мне от одной точки добраться до другой точки, чтобы попасть, допустим, в Роттердам. Допустим, с маленького города попасть просто в большой город Роттердам. Для меня в тот момент тогда было мне сложно попасть в Роттердам, потому что я полностью тогда в тот момент не изучал метро. А потом наступил момент, когда я кое-что понял, до меня дошло, и у меня стало получаться самостоятельно кататься в нидерландском метро. Просто нравится вот эта атмосфера метро, короче, очень прикольно. Вышло 2 евро 25 центов. Такое впечатление, как будто попал на фантастический фильм. В Play Market есть специальное приложение, которое можно скачать, установить. Ориентируясь по этому приложению, вы можете с легкостью узнать, когда и во сколько вам нужно отъехать на том метро или на том поезде. Допустим, вы живете в Роттердаме, вбиваете в поиск Роттердам и вбиваете, куда вам нужно попасть поездом в другой город или другой городок. Первое время, конечно, сложно ориентироваться, потому что когда вы или кто-то, не зная нидерландский язык, очень сложно разобраться в этой аппликации. Но со временем, когда вы практикуетесь, то вам уже легче становится пользоваться, и вы точно знаете, куда и когда вам нужно ехать
по всей Нидерланды, я бы так сказал еще. Можно зайти на официальный сайт, все это перевести на русский язык, на другой язык мира и разобраться, как работает не мобильное приложение, а как работает, в общем, на официальном сайте. То есть вам нужно с Роттердама попасть на другой город или с другого города на другой город. Метро, либо это поезд, без разницы. Я думаю, уже на официальном сайте перевести на ваш любимый язык и на языке, которым вы говорите, не разбираясь в нидерландском языке, я думаю, здесь труда никакого не составит. Только всего лишь несколько дней практики, и вы уже сами во всем разберете, как пользоваться нидерландским метро и просто куда, какой, в общем, поезд едет. Мне нравится кататься метро. Я даже умудрился так сделать, что от одной точки до езжая до другой точки на метро, я умудрился бесплатно это сделать. Долго рассказывать, но, может быть, как в следующий раз, может, на стриме расскажу, либо в подкасте, либо просто, ну, у меня просто получилось это сделать. Вот, но это был такой промежуток интересный от одной точки до другой, но не выходя на остановку, то есть, в общем, катался бесплатно. И на этом я ролик хочу закончить, ну, чтобы он уже подошел к концу.